Так, математика уже наука. Профессор Алексей Сергеевич Багиров расскажет правду. Это типа мем? Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова кандидат исторических наук и обладатель 4 высших образований МГУ профессор Алексей Сергеевич Багиров. Сегодня мы с вами устроим научную лекцию на тему «Математика. Как лженаука и инструмент влияния ящерской цивилизации». Глава 1. Происхождение термина «математика». Чтобы правильно ответить на вопрос, что представляет из себя эта ящерская дисциплина, нужно сначала узнать, откуда у нее растут корни. Если разбить данное слово на два, получится математика. Математика с древнеящерского, калька с французского, матерь, она же мама. Терминатика же представляет собой очевидно сокращенный вариант написания острова Атлантида. Мама Атлантика. Это великий центр и столица ящерской цивилизации. Итого мы получаем, что само понятие математика представляет собой отсылку к богине с острова Атлантида из ящеранства, религии ящеров. Вот матерь Атлантиды или же по-другому богиня математика. Глава 2. Как уже ученые-математики ящеры попали на Землю? Ящеры, будучи гуманоидами, не способными смотреть спокойно на развитие Древней Руси, послали в соседнюю страну Древнюю Русь, Грецию, своих замаскированных миссионеров Евклида, Архимеда, Демокрита, Платона и других. А как они там потом снимали маски ящерами? Искусственно выведенные ящеры, запрограммированные тогдашней технологией 2G, слыли за научных и культурных гениев, когда на самом деле являлись лишь инструментами в руках зеленых. Платон с планеты ящеров он. Демокрит, демонтировавший психическое состояние русов до критического уровня. Такое сокращение, как вы видите, ящера. Существо очень пакостное и в любом своем зле направленном на русов. Любит прятать издевку. Однако древние русы тоже были не пальцем деланы и придумывали свои системы счета и измерений, шифруясь от инопланетных захватчиков. Об этих системах счета ведал другой известный научный деятель, по совместительству мой коллега, царство ему небесное, Юрий Степанович Рыбников. Но все же, научные познания русов не очень прижились в мировой культуре, поэтому давайте разберем нынешнее познание рептилоидов в математике. Например, базовые понятия для средней школы. Периметр, Перун мертвый, насмешка над языческой культурой, а дискриминант. Это формула по расчетам скорости изменения русической цивилизации. Такой вывод можно легко сделать, разобрав эту формулу чуть подробнее, где бы квадрат — это бить двойными ударами, а 4 АЦ — это четвертовать антихристским кинжалом, специальным холодным оружием ящеров. А тема геометрической прогрессии, например, была создана специально для выявления прогноза роста населения ящеров. Уравнения с X были выведены ящерами для поиска необходимого компонента для уничтожения культурных построек древних русов. Например, через X ящерами было выведено, что чтобы уничтожить великий торговый морской путь в Африку, понадобятся ядерные атомы, и сразу после этого рептилоиды изобрели ядерные бомбы и разбомбили торговый путь в 401 году до принятия святого мученика Михаила, наступил на грабли язычества. Сантиметр, или же сокращенное СМ, расшифровывается как «с антихристом умертвим русов», «дециметр децентрализуемый умертвим русов» и так далее. Математические... Интересно, где они видят русов? Дециметр? Как русы появляются просто из ниоткуда? Метр, там, наверное, есть, значит, для измерения физических показателей древних русов, чтобы шить лжекостюмы для ящеров и проникать внутрь нашей цивилизации. Циркуль был изобретен ящероеврейскими учеными для чертения звезды. Транспортир для измерения градуса. Слушай, на самом деле, я не понимаю, что они такие, блин, скрытные. Мне кажется, они просто очень сильные стесняшки. Потому что, по сути, раз у них такие крутые технологии, что они маскируются под каких-то русов там, бегают что-то там, славян каких-то там кошмарят. Уже бы давно там их, я не знаю, там, поели бы и сидели бы радостные. Потому что это все заговор. Так понятно, что заговор, Вадим. Наклоны Земли, чтобы это вызвать землетрясение и природные катаклизмы. Они просто стесняшки. Циркуль вообще, например, выполнен в форме головы ящера. Угу, однозначно, смотри, точь-в-точь.